Достались мне закат среди долин, в сережках верб и уловимый еле в молочной дымке журавлиный клин и бедный звук пастушеской свирели. Достались мне дубравы и луга, и о давнишних подвигах сказанье. Отчизна, ты всегда мне дорога, как моего народа упованье. Болгария. Страна людей щедрых, как земля, на которой они живут, горячих, как солнце над ними, твердых, как горы Болгарии, вольнолюбивых, как болгарские реки. Народ мой, народ трудной и прекрасной судьбы, я открываю одну страницу твоей истории. В сентябре 1914 года мы с мамой гостили в Кричеме. А в это время царь был в своем имении по соседству. Да и вот, однажды мы с мамой пошли гулять и заметили у реки двух незнакомцев. Они как-то странно себя вели. Все время оглядывались, а когда заметили нас, стали быстро-быстро подниматься в горы. И тут мы заметили, что на шоссе, ведущем к мосту, показались царские автомобили. Они все приближались. Мама встала посреди дороги и подняла руку. Машины затормозили. Но вдруг раздался страшный взрыв. Мама упала, но осталась невредимой. Вот как это было. Ну вот как это было. Я столько раз тебе уже рассказывал эту историю. Мне нравится слушать. Да? Угу. Да, спасти царя от покушений. Счастливые вы. Перед вами весь мир открыт. С вами царская милость. Как тревожно звонят сегодня. Ну не грусти. Не могу. Не могу справиться с собой. Просто не в силах. Ну, Вал, ну что ты? Мы ведь с тобой обо всем договорились, так? Да. Радовалась, когда получила сюда назначение к вам в школу. Думала, будем вместе работать, бродить. Что получилось? Ну, а что? Ну, что получилось, ну? Ничего не получилось. Одни мечты, фантазии. Теперь вы уезжаете. Вал, ты даже не заметишь, как пролетят эти 4 года. Да. Потом я закончу университет, вернусь сюда, в село. Будем с тобой вместе работать. Почему так далеко? В России? Ну, ты же знаешь, в России учились
мой отец, моя мать. Одесса – это лучший из городов. Да. Сначала Одесса, потом Москва, потом Петербург. Забудешь, забудешь все, все, что было. Что, я забуду? Ну, а хочешь залог? Какой? А вот. Стихи. Поверь, всегда мне будет дорога земля родная, горы и луга, и луч надежды, засиявший в нас, и блеск твоих прекрасных темных глаз. Сейчас. Поверь, всегда мне будет дорога земля родная, горы и луга, и луч надежды, засиявший в нас, и блеск твоих прекрасных темных глаз. Браво, браво, братец! А глаза у Беллы не темные, а светлые. И песни для глаз и девушки, а темные глаза бестактно. Вот, а ты себя ведешь не бестактно, да? Скоро ты избавишься от меня. Это каким же образом? Так, я никуда не поеду. Я уже объявила маме. А это еще почему? А что нам делать в России? Больше года Россия воюет. Но ведь университет открыт, маме же писали из Одессы. А ты бы о чем ты мечтаешь? Мой милый братец, давно в России нет? Пушкин, Некрасов, Чернышевский пылятся в библиотеках, а все нынешние вольнодумцы сбежали в Швейцарию. Ты как хочешь, а я буду учиться только в России. А я поеду только в Швейцарию. А знаешь, почему? Потому что оттуда легче убежать в Париж и стать актрисой. А что же в этом дурного? Какая настоящая женщина не мечтает о Париже? Хотя бы раз в жизни окунуться в этот красивый ад. Париж мне будет жалко, забыть Парижа плен. Париж, весна, фиалки и девушка Мадлен. И мечты эти непременно сбудутся. Без женщин жить нельзя на свете, нет. В них солнце май, в них любви рассвет. Тут легкий миф признание нам, так солнце луч приятный нам. Тра-ля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 . Нет, Примадонна, мы в Одессу поедем, в лучший из городов. Год полыхает зарево мировой войны. Но в этот день, 10 сентября 1915-го,
В Болгарии еще царит мир. И песни людей, и помыслы людей еще совсем мирны. Мадемуазель Фоловеева. А что, тетя еще не вернулась, нет, София? Нет, не вернулась. Простите, что помешал. А скоро она приедет? Ждем с минуты на минуту. А что с тобой, братец Ясон? Ясон, что-нибудь случилось? Да ровным счетом ничего. Я получил телеграмму, приказание немедленно явиться в полк. Ну да, тебе не очень хочется туда являться, правда? Ясон, что-нибудь произошло? Да нет, ничего. Я приду попозже, когда тетя вернется. Я зайду попозже. День добрый. Да, добрый день. Ты откуда, Мария? Из церкви. Сегодня ведь не праздник. Молебен был. За войну молились. Наверное, против войны. Ты, видать, меня дурой считаешь. Сама слышала, что поп говорил. И что же он говорил? Приготовимся, говорит, братья, ко второму испытанию, кое Господь Бог на нас не спаслал. Оно пострашнее, потяжелее первого-то будет. Но оно нам на благо, и все болгары соберутся под единый кров, под крыло нашего возлюбленного царя. Здорово говорил. Видно, поп знает толк в своем деле. Да не только говорил, а пел, можно сказать, от всего сердца. Поет. Вся церковь гудом гудит. Говорит, станет, люстры звенят. Да поможет, говорит, в этом великом деле каждый, кто чем может. Коли кровь наша понадобится, и кровь отдадим. Церкви одна грусть. Бабы головы повесили, слушают, а сами всхлипывают, ворчат, ропщут. Испеклась я в этом черном платье. Сниму я его когда-нибудь или нет? Турецкое он. Отец погиб. Балканскую брата убили. Теперь того гляди, и мужа заберут. О, Господи, пресвятая воля его, что же это делается на белом свете? Господи! Ясон,
Зачем тебе вызывают в полк? Не знаю. Уж не потому ли, что война объявлена? Нет, нет, не знаю. Еще нет. Не лги, не лги. И не потому ли тебе понадобилось тетушка Ирина, чтобы вовремя вытащить тебя из казармы? Дядя! Ты же не из тех, кто любит проливать свою кровь. Дядя, оставь его. Дядя, я не потерплю подобных оскорблений. Если Фердинанд прикажет, мы будем драться. Ну, Фердинанд, а хорошо ли ты знаешь идола, которому ты поклоняешься? Фердинанд умен. Он знает, когда пустить в ход дипломатическую хитрость, а когда меч воина. Так вот этим бы мечом по вашим головам. Да некому. Оставьте меня. Тише. Дядя, ты напрасно горячишься. Это будет не война, а прогулка. Посмотри, что делается на фронтах. Германия со своими союзниками бьет каждого, кто им противится. И ты осмеливаешься идти против русских? Да ты пойми, болгарское ружье в русского солдата не стреляет. А я буду стрелять во всякого, кто посягнет на наши патриотические идеалы, на наши священные права. Наши священные права проданы и попраны. Прошу вас не так громко. По улице ходят, могут услышать. Ты спятил, дядя. Ну вот, Хаджи Николов. Эй, учитель, ну? Опять агитируешь? А ты брось, а то я велю тебя арестовать. Здравствуйте, здравствуйте, господин капитан. Ну что ж, добрый час. Поздравляю, жив. Жив еще болгарский бог. Благодарю. Да, я тебя тоже поздравляю. А с чем это вы поздравляете друг друга? Быть тебе в больших чинах. Ой, ой, на любимую мозоль наступил. Стало быть, мобилизация объявлена? Не знаю, Дайчин. Я только что вызвали по телефону в округ. Должен ехать немедленно. Никола, скажи мне правду. А правду я скажу тебе или ложь, ведь тебе же все едино. А почему? 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 Потому что нет у тебя национальных идеалов, нет у тебя отечества, а ты без рода, без племени. Только и знаешь, твердишь одно, долой войну, долой царя, вечно ты всем недоволен. Но чем же мне быть довольным? Уж не тем ли, что вы собираетесь поливать дорогу в Берлин-Багдад болгарской крови? Нет, недоволен ты тем, что мы пошли с победителями. А кто они победители? Ну, известно, кто немцы. Немцы бьют русских у Мазурских озер, а лорд Джордж и Климасос спокойно себе покуривают сигару. Если они позволяют, чтобы их союзник был бит, какой союзник-то, Россия, можно ли надеяться, ведь пальцем пошевелю, что защитить наши-то права? Да? Болгарский народ патриотичен. Ну-ка, дядя, попробуй возразить, а? Только вот ясен такие. Ну, ладно, не буду уточнять, какие именно. Своими проповедями о братстве, о равенстве, о социализме только мутят нашему народу голову. А где он ваш? Перехваленный социализм. Вы подайте мне его. Неужто я настолько дурак, что откажусь от таких прекрасных идей? Все должны есть из одного котла, и все бабы должны быть общими. И сынек, Никола. А нет, дайте, мы с Ясеном за великую Болгарию. Это же безумие. Вы вспомните 1913 год. Кровью за это безумие заплатил наш народ. Смертью их отца, моего брата, заплатила за это наша семья. Я спрашиваю, где же предел терпению-то? Где? Эх, Дайчин, на каком терпении ты разглагольствуешь? Ты на себя посмотри. Агитируешь перед самим уездным начальником. И он тебя не арестовывает, а? О каком терпении еще может идти речь? Куда тебе больше ведь свободу? Эй, Дайчин. Что-то больно часто ты лаешься в последнее время. Ничего, стерпим, собака-то своя. Начнешь кусаться, вот тогда посмотрим. А? Да, ну ладно, ты не сердись, мы же люди свои. День добрый. О, добрый. Вот и стоя, значит, Ирина приехала. Иди сюда. Иди, говори, какие новости. Какие новости? Да. На станции народу пушкой не пробьешь. Не разберешь, кто куда прет. Поезд идет солдат битком набит. А что слышно о мобилизации? Вот идет слух. А что говорят в народе? В народе ругают царя и либералов. О, вот так так. Опять бедняков по миру пустят. Мария-то дома. Где Мария? Мария! Мария! Веселей гляди, воевода. Кончится эта заваруха, я тебя стражником назначу, а? Ох-хо, Мария! Ну ладно. Мария! До свидания. Добрый день, мадам. Мамочка. Мама! Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, мама. Здравствуй. Ну, говори, что тебе удалось сделать. Мы уезжаем? Уезжаем, моя радость, уезжаем. Тетя. Тетя, у меня считанные минуты, я тебя только и ждал. Здравствуй, милая. Говори, что нового в Софии? А,
Ивелла пришла. Очень приятно. Наверное, проститься с нами. Ирина, я тебя очень прошу. Говори, что нового в Софии? Мобилизация уже объявлена? Нет. Мам, ты получила паспорт? Нет. Как, а ты? Ты разве не привезла? Дело в том, что эти несколько дней посольство не работало. А я только что получил депешу. Приказано немедленно явиться в полк. Офицера в любой момент могут вызвать в полк. Ирина, ну, возможно, все-таки мобилизация объявлена. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я только что из Софии. Завтра тронемся в путь. Ну, мам, ну а как же паспорта? Во дворце обещали все уладить. А ты... Ты была во дворце? Да. Что, я говорила с царем? Да. И что он говорил? О войне говорили? Больше всего о ней говорили. Да. Он очень огорчен, что ему приписывают какие-то преступные планы. В это поверили даже его друзья из народа. Он говорил с тобой как с другом из народа. Как всегда. Что в этом удивительно? Как с другом из народа, который пойдет в народ и будет расхваливать его добродетель. Ты не прав. Комедиант. Брось ты это, дядя. Скажи лучше, что он говорил о войне? Да войны не будет. Да, но по всему видно, что война уже объявлена. Извини, дядя, мне нужно уходить. Тетя, скажи, да. Могу я рассчитывать на тебя в случае беды? Ну, ты же знаешь, Ясен, что я всегда помогала тебе, как могла. Спасибо. Спасибо, тетя. Его Величество не мог солгать. Напротив, он меня уверил, что теперь постарается исправить все ошибки. Ну да, бросив нас в новую войну. Напротив, избежав войны. Боже, сколько у нас еще наивных людей. И жена моего брата, которая заплатила такую тяжелую дань прошлой войне, среди этих людей. Тетя, я дам тебе знать в случае надобности. Он не мог меня обмануть. Он сказал, что в эти трудные дни он не рискнет играть с огнем. А честное царское слово... Вот, ложь кончена. 20 лет. В конце минувшего века русская армия и болгарские ополченцы разбили, наконец, 500-летние цепи турецкого ига, во главе освобожденной Болгарии оказался Его Величество Фердинанд I. Двоюродный племянник английского короля, троюродный брат германского кайзера, дальний отпрыск сбежавших от французской революции бурбонов. Ненавистный народу вдвойне, как царь и как чужеземец, он вел ненавистную политику. Кидался на вчерашних союзников, Сербию, Черногорию, Грецию. И, наконец, в 1915-м вступил в мировую войну на стороне Германии и Турции. Что все это означает? О чем вы, Ваше Величество? Я широко распахнул двери моего дома для своих друзей из народа. Они даже не хотят заглянуть ко мне. Но я считаю неприличным слишком часто занимать вас моей персоной. Я это понимаю. Понимаю, и потому сам распорядился пригласить вас.
Вы, мой добрый ангел, после объявления войны написали мне довольно горячее письмо. В нем вы писали, что я не сказал всей правды до конца, и тем оскорбил и даже унизил нашу дружбу. Но разве вы, умная женщина, не понимаете, что дружеская откровенность не распространяется на государственные тайны? Есть вещи, которые я не могу сказать даже вам. И разве теперь, после такой победы, когда весь мир рукоплещет мне, вы все еще не простили меня? Неужели мы, два участника этой победы, будем сердиться друг на друга? Но я не участвую в войне. Разве? Разве вы не приняли приглашение Ее Величества и не поступили на службу в Красный Крест? Я сделала то, что сделали многие. Прекрасно, прекрасно сделали. Ваши заслуги будут высоко отмечены. Благодарю. Прошу вас. Никогда еще, мой друг, я не видел вас такой скрытной. А между тем мне важно знать мнение женщины, которая спасла меня от смерти. Ну хорошо. Вы требуете? Нет, прошу. Вы сами сказали, что одержана победа. Разве это не так? Почему же война не окончена? Вы высказываете ваше мнение. Не только. Солдаты и даже офицеры на позициях удивляются, почему их держат в окопах, не считают, что война окончена. Это не им решать. Если вы хотите, чтобы я была совсем откровенна, говорят, что теперь война ведется исключительно в интересах Германии. Ради этого льется болгарская кровь, эти вечные посещения немцев, хозяйничие немецких военных. Я умоляю вас, вы не сердитесь, но так говорят. Нет, я не сержусь. Вы русская воспитанница. Вы трудно переносите немцев, да я и сам вижу, как народ их встречает. Вы думаете, мне легко? Но, к сожалению, политика не зависит от наших чувств. Друзей выбирают по велению сердца, союзников, по соображениям выгоды. Не знаю. Не знаете. Боже мой, когда я не был подсудимым в этой стране? Вот уже 30 лет, как болгары считают меня ставником Германской империи, а Франц Иосиф и Кайзер постоянно клянут меня как предателя немецкой политики на Востоке. Русский император видит во мне главную преграду на пути осуществления его панславянских планов. Французы обвиняют меня в том, что я предал забвению мою французскую родословную. А этот английский король уверяет всех, что я способен на любые человеческие преступления. Скажите. Скажите, почему это так? Но ведь вы же умнее других. Вы же видите, что все обвинения против меня провалились. Все пророчества рухнули. Я держал победы. Верно, опираясь на помощь Германии, но не воюя против России. Но меня толкали на это. Толкали? Вы представляете, что бы было, если бы я прислушался к голосу этих европейских дипломатов и пошел на Россию? Я перехитрил их всех, и потому они бесятся. Говорят, что я действую в своих личных целях. Да, но моя цель – утвердить исторические права Болгарии. Вот в этом-то и есть великая миссия моего царствования. Вы верите мне? Я верю вам. Вы верите, какая тяжкая миссия возложена на меня история? Но вера нашего народа в вас начинает рушиться.
Это трагедия. Это трагедия. Научите, что делать. Как быть в моем положении? Как заставить народ поверить мне, когда даже ваш сын, сын той, кто спас меня от смерти, не верит мне? Мой сын? Он учится в военной школе, готовится стать офицером. Да, и когда юнкера кричат в честь победы «Ура царю!», он оказывается в числе тех, кто мрачно молчит. Это клевета. Вы поезжайте завтра в школу. Справьтесь у начальника. Мой сын, мой мальчик, да быть этого не может. Вы позвали меня для того, чтобы сказать мне об этом? Нет. Я позвал вас для того разговора, который состоялся. Ну, а что касается вашего сына, то я не придаю этому значения. Молодость. Ну, а теперь, извините, меня ждут государственные дела, тяжесть которых понимаем только мы с вами, мой дорогой, верный друг. Прощайте. Что все это значит? Мой сын, мой мальчик. За здоровье нашего любимого царя Фердинанда Первого! И нашего славного союзника, его императорского величества, Вильгельма Второго! Виват! 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 Да, в 915-м в Софийском дворце звучали чужие песни, чужие марши. Поначалу Фердинанд был как будто бы удачлив. В мировом разбое он ухватил и свою долю добычи. Называлось это, конечно, военным успехом. Он надеялся ослепить Болгарию этим успехом, как сверканием победной золотой медали. Только у медали была и оборотная сторона. Давайте посмотрим, сестра. Да. Когда кончится этот дождь, а? Ему не видно конца. Идет, идет целую неделю. Будь проклят, этот дождь. Когда меня ранил, тоже шел дождь. А дождь на фронте хуже, чем снег. Что на фронте? 3 года. 3 года в окопах. Не видно конца. Нас так и прозвали. Забытый полк. Почему же, сестра Игнатьевна? За эти годы никто из высших чинов у нас ни разу не был. Только приказы шлют. А как же ваши командиры? Стараются укрепить дисциплину. Безнадежно. По всему фронту листовки и воззвания. О чем? О разном. Когда у тебя пустой ранец, ты не солдат, а голодранец. Ловко. Если правительство не кончит войну, солдаты, кончайте ее сами. Боже, и дезертиры есть? Сколько угодно. Говорят, в России революция. Царя свергли. И наши солдаты волнуются. Если фронт не устоит, что будет со всеми нами? Госпожа Родионова! Госпожа Родионова! Что случилось?
Госпожа Родионовна! Что случилось? Раненый, что лежит у окна, попросил у соседа зеркальце проверить глаза, ну? Снял повязку и понял, что ослеп. Сорвал все бинты, упал ничком на койку. Я же вам говорила, не отходите от него ни на шаг, пока мы не придумаем, как ему сказать правду. Вы же знаете, что он все время старается проверить свои глаза. Сестра, пошли. Мое почтение, доктор. Что, неужели не узнаешь? Простите, не узнаю. Постарел, глазки у тебя ослабли. Хаджи Никола? Хаджи Никола. Давно не виделись. Пусть хоть 100 лет пройдет, а закадычных друзей никогда не забыл. Когда же мы с тобой были друзьями? Ну ладно, бог с тобой. Ты же знаешь, я чел без церемоний. Только вот миссия у меня деликатная. Говори, что надо, я очень спешу. Зятя надо спасать. Понимаешь, с самого начала войны был он мобилизован. Ну. Теперь состоит здесь в интендантской службе. Да, место опасное. Ну и что же? Он испытывает отвращение к этой службе, и здоровье его пошатнулось. Я своей службы тоже терпеть не могу, но надо, и вот служу. Пусть зайдет, посмотрю его. Просто посмотреть-то толку мало. Лучше вот что мне скажи, нельзя ли его подчистую? Ну, чтобы мог молодой человек заняться своим делом. Компаньон-то его просто ограбили. Значит, мыши кошку разорили, и надо кошке домой. Ну да, ну да, война почти кончилась, сам же видишь. Слушай, доктор, нет ли у тебя немножко хинина? 1000 за него дают, 1000, и ты свою долю получишь. 5000 за зятя, 5000 за хину, а? Вон. Я только спросил, за спрос ведь не дерут волос, а? Вон она. Ну послушай, доктор, ну послушай. Слушай, доктор. Ты в больнице хозяин, а я ведь в другом месте. Донос настрочишь? Нужен напомнить тебе, дружба дружбой, а служба службой. Пугать служба. Ты меня знаешь, по меня залает, тот взбесится. Чтоб духу твоего тут не было. Эх вы, друзья, друзья. А мы еще удивляемся, кто разваливает фронт, кто будоражит тыл. Ирина, здравствуй. Чем ты так прогневал, доктор? Да пустяки. Я попросил его посмотреть моего зятя, а он, видишь, вскипел, раскричался, точно я в огород к нему залез. Постыдился бы, а тебе и так повсюду молва идет. Вот иди. Ты грызешь меня ни за что, ни про что. Вместо того, чтобы посочувствовать мне, помочь односельчанину. Ну иди, иди, ну. Я тебе говорю. До свидания. До свидания. Мадам. Скажите, здесь служит госпожа Родионова? Да, подождите ее. Белла? Белла, ты? Ты здесь? Здесь, у самой линии фронта. Целых 2 года не писал. Как ты попала сюда? Забыл. Все забыл. Велла, там привезли раненых. А! Сын! Я, мама. Сын! Я. Ну, полно, полно, мама. Ох, как ты похудел. Оброс. И на висках уже седина. Зато поумнел.
На войне одни умнеют, а другие дуреют. Голодный? Нет, я пришел очень ненадолго. Я хочу... Ты, наверное, промок, промерз под дождем. Ну, садись, садись. Да, знаешь, дорога, бессонница. Ты ж не курил. А. Ну, расскажи, как живешь. Я тебе все писала. Ах, да-да. Ты прости, что задаю тебе такие глупые вопросы. Ну, расскажи что-нибудь. Ну, что ж тебе рассказывать? Вот ты приехал, такая неожиданная радость. Очень волнуюсь о Вере. Дядя писал, да-да, что она... Да-да, он мне писал. Ну, ничего, дядюшка научит ее уму-разуму. Да, ты думаешь? Конечно. Наш милый дядя. А ты помнишь, как мы разыгрывали шиллеровских разбойников? И крестьян, как разучивали интернационал по-французски. Он идеалист, твой дядя. Он всегда был идеалистом. Не знаю, не знаю. Теперь я понимаю, как во многом тогда он был прав. Ты знаешь, я решила, когда кончится война, мы и его возьмем с собой в Одессу. Ну что ему оставаться здесь одному, в селе? Ты идеалистка. Одесса. Теперь я был бы уже на третьем курсе студентом. Ты едешь на фронт, а я принялась болтать об Одессе. Ну, расскажи что-нибудь о себе. Ну, что тебе рассказать? Война, она у тебя перед глазами. Сегодня раненый мне сказал, что солдаты не хотят воевать. Это правда? Правда. Начинаются очень важные дела. Какие? Солдатские протесты. Бунты. Русские солдаты дали нам хороший пример. Оян, что ты говоришь? Только то хорошо в этой войне, что она открыла мне глаза, заставила меня видеть... Что видеть? Что этому безумию надо положить конец. Но как? Как? Солдаты сами скажут, как. Открыть фронт? Что ж это будет? Со всех сторон хлынут враги? Враги у нас за спиной. Ну, какие они нам враги, эти несчастные люди, которые силой постны против нас? Им нужно, нужно только ясно сказать, что лучше понять друг друга как братья, чем убивать как звери. Добруджа наши солдаты уже братаются с русскими. Воин, будь осторожен. Ты офицер. Именно поэтому я должен повести солдат против их настоящего врага. Но ты же принял присягу. Это предательство. Объявить войну предателем – это не предательство, это наш долг. Как же это окончится, война? Огнем против тех, кто нас бросил в огонь. Боян, что ты говоришь? То, что хотел тебе сказать, ведь ты знаешь писать. Писать об этом нельзя. Боже мой, боже мой. Значит, снова хаос, страдания, кровь. Мне страшно, сын. Ну, а сейчас? Сейчас разве не хаос? Да разве могут быть страдания большими? Ты пойми, пойми, пора кончать. Нет, я должна поехать. Ему, наверное, не говорят правды. Куда поехать? Во дворец к царю. Зачем? Я скажу ему обо всем откровенно. Я запрещаю тебе бывать во дворце, ты слышишь? Ну, я прошу тебя. Но я хочу помочь тебе и всем. Я обязана помочь. Если ты хочешь помочь, нужно бороться против всего этого безумия. Как я могу бороться? Я света Божьего не вижу. У нас все забито ранеными. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а какое благо дарите вы? Вы лечите, чтобы снова отправлять на фронт? Велика будет твоя радость, если завтра я вернусь живым, но без глаз или без ног. Это бесчеловечно. Мне пора. Как? Так скоро? Поезд уходит через полчаса. Мы еще не успели посмотреть друг на друга. Но все-таки. Свиделись. Встретились и расстались. Прощай. Прощай? Почему прощай? Война. Все может случиться.
Воин! Ну, мне пора. Подожди. Поезд. Поезд через полчаса. У тебя орден за храбрость. За убийство. Ты знаешь, оказывается, я могу убивать людей. Бедный Боин. Ну. А хочешь, Салок? Как тогда, помнишь? Какой? Что это? Всего-навсего газета. Когда-то ты дарил мне стихи. Подпольно. Работнический вестник. Прочти раненым. Только осторожно. Русская революция является предвестником новой светлой эры человечества, предвестником нового мира, который быстро приближается. Надежда всегда живет в человеке, и если даже она последняя, она все-таки надежда. Ирина Родионова, ты несешь царю выстраданные тобою искренние слова, имеющие уши да услышит. А если не услышит? С вашей стороны весьма любезно, что вы решились вывести меня из неведения и тем предотвратить подстерегающие нас государственные беды. Вы иронизируете? Напротив. Так что же на фронте? На фронте далеко не все благополучно. Ваши сановники не говорят вам правды. Разве? Мои сановники всегда преданы престолу. Я бы хотел, чтобы эти чувства жили в сердцах всех болгар. Продолжайте, продолжайте. Наши солдаты разуты и раздеты. У тех, кто поступает к нам в госпиталь, вид оборванцев. Они истощены от недоедания. И это в то время, когда немцы угоняют на свои земли скот, увозят эшелоны хлеба. Не слишком ли вы увлекаетесь, госпожа Родионова, рисуя все в столь мрачных тонах? К тому же вы не военный специалист. Тогда позвольте, я буду говорить о другом, о госпитале. У нас давно нет элементарных лекарств, не хватает врачей, и мы подчас принуждены делать видимость милосердия. Вместо бинтов мы употребляем кипяченые портянки, которые по ночам я вместе с другими сшиваю в бинты. Хинин, это дефицитный медикамент окопной жизни, расхищается... Мой вам совет, госпожа Родионова. В разговорах подобного рода старайтесь быть объективнее. Я говорил со многими людьми, и военными, и штатскими, и нигде не встречал такого пессимизма. Есть категория людей, которые чины и ордена любят больше, чем свою родину и народ. Продолжайте. Я хочу лучше понять вас. Боевой дух солдат и офицеров упал. На фронте бунты и протесты. Дезертиры целыми группами уходят с фронта. А самострел стал эпидемией. Это ужасно, Ваше Величество. Это начало катастрофы. Вы полагаете? А вы разве этого не думаете? Ну вот что. Я знаю, что значит война. И не желаю, чтоб мне читали нотации. К тому же, эта война не моих рук дел. Еще одно слово перед тем, как мы расстанемся. Ваше Величество, постарайтесь вернуть доверие народа. Вам не кажется, что не я, а народ должен заслужить мое доверие? Насколько мне известно, еще ни один народ не задавался такой целью. Одним словом, народ без царя может обойтись, но царь без народа нет.
это знаю. Я знаю, что в этой стране все успехи приписываются кому угодно, а все ошибки мне. Но надо... Ну, не перебивайте меня! Я также хорошо знаю, какая тяжкая миссия возложена на меня историей. Всем это известно еще с 1912 года. Когда? Когда стало ясно, что вы намерены открыть ворота Балкан для немецких вторжений на восток. Это кончилось катастрофой. Кто виноват, что страна оказалась в таком положении? А что мог сделать я, когда у меня все эти годы были в руках грязь, а не народ? Поговори с коллегой, он все поймет. Вот это листовки передашь ему. Нужно будет поднять женщин сразу в нескольких сел. Найду я его. Он тебя ждет, но сделать это надо очень осторожно. Я все сделаю так, как вы сказали. Ну тогда счастливого пути. Вера еще не вернулась? А? Да нет, Вера еще не вернулась, Ирина, а ты почему не ложишься? Ведь устала с дороги, отдохнула немного. Скажи, что происходит в доме? Ну, это сама увидишь. Где пропадает эта девчонка? Наверное, опять с этим, с учителем рисования. Оказывается, я не знала своих собственных детей. А дети похожи не на своих родителей, а на время, в котором они живут. Это старая истина. О, вот и они легки на помине. Скажи, с кем это она? А это есть тот учитель. Анархист, нечанец. Кто его разберет? С приездом, мама? Вера, где ты пропадала? Были на суаре. На суаре. И ты думаешь, что этот ответ мне все объясняет? Вела, как ты можешь говорить с матерью таким тоном? С матерью, которую не видела больше года. Тебя не опротивила эта роль, дядя. Ты еще не понял, что из меня все равно не получится послушницы? Вера! Когда ты разговариваешь с матерью, не забывай, что она тебе мать. Вера, сядь. Скажи мне, правда, что ты целыми ночами и днями проводишь с этим человеком? Как тебе сказать? У меня нет тайн. Значит, весь этот год ты была в этих компаниях, веселилась? Разве я не могу заниматься тем, что мне нравится? Я молода, мне положено веселиться. Вот я веселюсь понемногу. Когда другие плачут? Что же мне делать? По-твоему, я из сочувствия к пострадавшим должна похоронить свою молодость. И это ты говоришь, когда твой брат третий год на фронте, а мать день и ночь работает в госпитале? Чего ты от меня хочешь? Да ты могла бы быть учительницей хоть сегодня. Я ненавижу эту профессию. Я не хочу похоронить себя заживо в какой-нибудь дыре, как Вэлла. Или скитаться, как ты, из города в город, преследуемый глупой манией, благоденствие народа. А все-таки твой избранник учитель? А он не похож на вас. Он индивидуальность. Он художник. Перед ним будущее. К черту! К черту и вашу войну! И всех ваших кумиров. Я буду жить, как сочту правильным я сама. А что скажут другие, меня не интересует. А если завтра разразится катастрофа? Спроси у твоего коронованного друга. Моя совесть чиста. Я никакого царя не спасала. Что? Да не будь трагичной, мама. Вера! Тоже кое-что пережила за эти годы. И мне тоже было нелегко. Нелегко расстаться с надеждами, с мечтой. Похоронить свою молодость.
тому, кому дано право требовать от меня такой жертвы. Раз ты отказываешься понять меня, я прошу только об одном. Будь мне матерью, а не наставницей. Какие слова? Какие слова? Когда я была наставницей для своих детей. Кто там? Я Мария. Дядя Дайчин дома? Дома. Ты чем-то напугана? Мария, что случилось? Плохие дела. Все пропало, нас раскрыли. Только мы собрались расходиться, слышим стук в дверь. Mm-hmm. Глянули через плетень, а там Хаджи Никола со своими. Мы пробрались через задворье. Они видели, как ты вошла сюда? Нет, я прошла садом. Так, листовки при тебе? Да. Давай сюда. Вот они. Ирина, я пойду спрячу их. Хорошо. Лихоманка бы побрала этих разбойников. Мужа отняли, жизнь поломали, теперь до детей добираются. Голодом уморить хотят. Люди воевали, навоевались, домой вернулись. Мой муж ни о жене, ни о детях не думает. А что же он может сделать? Бросить винтовку, уйти самовольно? Почему другие могут? Бросают фронт и домой. Ох, проклятый конокрад. Он запомнит, как Черная Мария бунт поднимала. Ой. 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 Слыхали? Бунтовать вздумала. Скрыться от меня хотела. Я тебя сейчас скрою в черной земле. Чтоб тебе неповадно было людей за душу тянуть. Да ну хватит орать. А почему я должна молчать? Верните мужа. Вот и все. Как кобель таскаешься за солдатками. Петр! Ты не гневи. Не гневи меня, бесстыжая. Я 2 недели слежу за вами. Знаю, что вы делаете, о чем вы говорите. О чем же они говорят? Бунт готовят! Эта красотка собирает баб, агитирует их. А за коперщик у них вот тот самый, вот тот. Петр, возьми. Я тоже ведь не лыком шит. Я переловлю вас всех, как кур в курятнике, и всех скопов в полевой суп, в полевой суп. Смотри, как бы мы тебя, милая, туда не отвезли. Завтра ударит колокол, и пуха тебя не заберут, так и знай. Оставьте женщину! Не забудьте, что у нее муж 3-й год на фронте. Здесь тоже фронт, все мы на фронте, возьмите ее. Не трогай! Я сама пойду. Пусть все село знает, как ты издеваешься над людьми. Будь ты проклят! Будьте вы прокляты! 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 Дойчин! Дойчин! Марию арестовали! Дойчин! Смотришь, тетя Ирина. Стой он! Не узнала! Явился. Явился живым. Хватит этого. Эх, тетя Ирина. Что? Ты с чем-то недобрым пришел? Не хватит духу сказать все сразу. Что, плохо? Да. С Бояном? Да. Убит? Нет. Ранен? Его арестовали. Арестовали? Арестовали и передали в полевой суд. Я предчувствовала. Как это случилось? Рассказывай. Приехала инспекция вместе с начальником штаба корпуса. Потребовали построить нашу роту для осмотра. Ну, братва и понесла. Да так понесла, что инспекция не знала, куда деваться. Начальник штаба, полковник Харбов, стало быть,
Хотел горло взять, а солдат из оружия. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не Боин. Заступился за них. Заступился, да на свою голову. Солдат отвели к реке, а Боина позвали в палатку. Оба там так кричали, что их гром за версту было слышно. Харбов орет: приказываю подготовить солдат к контрнаступлению. А Боин свое. Солдаты обессилели, голодные, раздетые, не вооружены. Харбов опять приказывает. Боин не тут-то было, стоит на своем. Тогда Харбов выхватил пистолет, пристрелил, кричит. Но мы тут не выдержали, разняли. Харбов злющий, призлющий, махнул рукой, все уехали. А ночью пришли. Сделали обыск, нашли листовки и газету «Работнический вестник». Арестовали Боина и еще несколько солдат. Боин успел написать только вот несколько строчек. Давай. Вот я принес. Милая, дорогая моя мама, пишу тебе... Прочти письмо. Милая, дорогая моя мама, пишу тебе наспех. Ты умная, смелая женщина. Ты не испугаешься правды. Я арестован. Почему это тебе расскажет Стоян? Очень прошу тебя не тревожиться за мою судьбу. В сегодняшней обстановке военный суд просто не решится вынести суровый приговор. В России бушует революция, и эхо ее громко отзывается у нас. Прошу тебя ни в коем случае не хлопотать за меня. Крепко целую твой любящий сын Боян. Передай мой сердечный привет дяде Вере. Вере еще раз целую. До свидания. Все так, значит. Боян. Боян. Нужно немедленно что-то предпринять. Процедура, должно быть, будет очень короткой. Да, церемониться они не будут. Что делать? Нужно торопиться. Да, я поеду к военным судьям, к прокурору. Если они откажут, пойду во дворец к царю. А ты думаешь, он захочет слушать тебя, да? Он должен мне помочь. Хорошо, я поеду с тобой. Скорее, скорее, скорее. Черный день сегодня. Страшный день. Мария! Мария! Нет. Где она? В поле? Как тебе сказать? Ее задержали в управе. Когда? Кто? Хаджи Никола. Пора рассчитаться с этим разбойником. Стоян! Стоян! Не делай глупости, Стоян! Ты куда? Отстань! Куда собралась? Не твое дело. Пусти. Брат под расстрелом. Ты понимаешь это, брат? Ирина. Госпожа Родионова. Рад вас приветствовать в нашем доме после столь долгого отсутствия. Вы выглядите усталы. Садитесь, отдохните. Благодарю вас. Мне некогда отдыхать. Я пришла к вам по очень спешному делу. У меня подагра. Ну, говорите. Дело касается моего сына. Ну? Против него ведется следствие, и оно уже приходит к концу. Мною ставки получены материалы следствия. Хотят, чтоб я знал, чем занимаются сейчас на фронте мои друзья и спасители. Я была у военного прокурора. Ну и что же он вам сказал? Он не скрывает, что положение моего сына крайне тяжелое. А вы показания вашего сына читали? Читала. Написано честно, с большой юношеской откровенностью. С откровенностью? Это не показания, сударыня, а дерзкий обвинительный акт всего моего царствования в Болгарии. Умоляю вас, оцените мудро чистосердечную откровенность фронтового офицера и сделайте так, чтоб судьи вынесли
Ну. Более мягкий приговор. Или во всяком случае справедливый. Я не прошу, чтобы мой сын был освобожден, если он виновен. Потому что вы все еще сомневаетесь в его виновности. Да. Его поведение – предательство. Моя семья дала достаточно доказательств своего патриотизма. У меня есть доказательства, что патриотизм в вашей семье – сплошная поза. Я не пришла просить милости. Я пришла за справедливостью. Ах, царская справедливость к офицерам, которые нарушают присягу и которые подстрекают солдат к бунту, вас не удовлетворит. Но до сих пор я не просила у вас ни о помощи, ни о награде. Ну, а чего же вы хотите сейчас, чтобы царь, наконец, расплатился с вами? Вы же сами говорили, что никогда не забудете мои заслуги. И вот я пришла. И только вы один в состоянии мне помочь. Ну, успокойтесь. Садитесь. Ну. Спрашивали вашего сына, если бы он был на моем месте, а я на его, простил бы он меня, а? Это жестоко. Вы обязаны знать, что сегодня более, чем когда бы то ни было, я должен быть царем. Указать всякому его место. Оцените мудро поступок моего сына. Вы же знаете, что готовишься к контрнаступлению, затем было отменено, он не исполнил безумный приказ, и этим спас тысячу жизней. Не его дело судить, какой приказ верен и какой нет. Ваше Величество, спасите моего сына! Жизнь его в руках суда. Я принесла его жизнь в ваши руки! Прекратите это! Я достаточно вас слушал. Ваше Величество, спасите моего сына. Вы обязаны спасти его. Не кричите. Сил больше нет. Извольте встать на расстояние, предусмотренное этикетом. Вы разговариваете с государем. Государь, хоть раз в жизни... Проявите ваше величие в доброте. Стойте. Я должен подумать. Мне... Ваши чувства понятно, вы мать. Я встретил вас плохо, не следовало бы так. Но я исправлю это. Как мне вас понять? Придет время, поймете. Я сделаю все. Но суд может... А суд исполнит мою волю, я буду телеграфировать... Немедленно. А срок? Я позабочусь и о сроке, но при одном условии, друг мой. Да. Вы должны взять вашего сына с фронта. Оставаться там он не может. Понимаю. Благодарю вас.
Но солдаты очень возбуждены, господин полковник. Прошел слух, что прибудет мать Родионова. Вы обеспокоены? Да, не все, ладно, не все. Я уже докладывал начальству, что этот полк разложен красной пропагандой. Но ставки сочли, что я преувеличиваю. В глаза их вы видели? Не первый год служу председателем военного трибунала. Я все видел. А вам не страшно? Да. Пораженческий дух все больше охватывает армию. Но будем выполнять свой долг по мере сил. Подумай только, в них целятся, они речи произносят. А солдаты слушают не в два, а в четыре уха. Господин полковник, прибыли Родионова. Господин полковник, я пойду к солдатам. Не хотите встречаться с родственниками? В России останься здесь. Слушаюсь. Скажите, председатель суда здесь? Так точно. Кто его спрашивает? Скажите, что его просит госпожа Родионова. Извольте присесть, я доложу. Странно. Мне показалось, что где-то промелькнул Ясон. Черт с ним. Ох, сердце вот-вот выскочит. Телеграмма, наверное, уже пришла. Да, я не сомневаюсь. Но все-таки... Добро пожаловать. Прошу садиться. Нет, нам некогда отдыхать. Я пришла к вам по очень спешному делу. Вы... Получили телеграмму? Какую? Как? Из дворца? О поручике Родионове? Ах да, получила еще вчера. А-а-а. Она в деле. Да. Коль скоро его величество приказал того, мы должны подчиниться. Сейчас, минутку. Прошу. Читай, я ничего не вижу. Читай же. Ну, подошли. Дай мне разобраться. Читай. По высочайшему благоволению разрешаю Ирине Родионовой перевести в родное село тело ее сына Фердинанда. Врачам, скорее! Нет, не надо врача. Я сама. Вот она, царская милость. Силы. Силы мне нужны сейчас. Ничего другого не надо. Только силы. Тише, тише, тише. У тебя глаза моего сына. Я его солдат. Мы все его солдаты.
Память о крови, праведной крови, павших в борьбе, алые маки.